Ульяновский регион стал одной из трех площадок в стране, где реализуют программу международного направления Российского союза молодежи. Еще год назад между губернатором Сергеем Морозовым и председателем Российского союза молодежи Павлом Краснорудским было подписано соглашение о сотрудничестве. Сегодня Ульяновская область вновь встречает гостей уже на втором семинаре молодых лидеров стран БРИКС. Среди наших приоритетов – работа с молодежью. Сегодня у нас действуют молодежные думы и парламент, молодежные правительства и молодежные избирательные комиссии, молодежные советы и молодежные министры. Мы очень активно проводим День дублера, молодежные советы. У нас создан клуб молодых государственных служащих. Дорогие друзья, я искренне надеюсь, что семинар-совещание молодых лидеров БРИКС окажется продуктивным для всех сторон. Дискуссионные площадки и семинары будут проходить в течение нескольких дней. Молодые лидеры из России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР по итогам совместной работы сформулируют перечень предложений к саммиту глав государств БРИКС и молодежному саммиту. Трудно сейчас с уверенностью сформировать какие-то конкретные результаты. Но, безусловно, они будут, поскольку идей много, и уверена, что благодаря совместным усилиям будет выработано что-то, что может быть реализовано на площадке БРИКС, как в рамках текущего председательства, но и, безусловно, в рамках председательства БРИКС в 2020 году. Молодежь разная, а интересы и проблемы схожи. Одно из ключевых направлений, актуальных среди молодежи, это предпринимательство. В следующем году в регионе наравне с уже действующим бизнес-инкубатором в северной части города появится уникальный молодежный бизнес-инкубатор. Это будет первый в России молодежный бизнес-инкубатор стран БРИКС, и мы будем развивать отношения по направлениям это и сельское хозяйство, это и образование, это и предпринимательство, и такое сейчас популярное направление, как блокчейн-технологии. В рамках мероприятия традиционно были подписаны соглашения о сотрудничестве Российского союза молодежи с Ульяновским государственным университетом, студией «Военфильм» и Русско-Азиатским союзом промышленников и предпринимателей. Кристина Жакот, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.